2 миллиарда рублей направят на реконструкцию проспекта Шамиля в Махачкале. Деньги поступят из федерального бюджета. Об этом сообщают в правительстве Дагестана. По информации на сайте Белого дома, пока подписано соглашение с Минтрансом России о предоставлении Дагестану бюджета в 590 миллионов рублей на реконструкцию проспекта имама Шамиля. Но в целом региональное правительство ориентируется на поддержку из федерального бюджета в сумме не менее 2 миллиардов рублей. Напомним, ранее в мэрии Махачкалы сообщали, что на реконструкцию проспекта имама Шамиля в общей сложности из бюджетов разных уровней планируется направить порядка 3 миллиардов рублей. Отмечалось, что на всей протяженности дорожной магистрали будут заменены асфальтное полотно и инженерные сети, а также освещение.